Свой маршрут гонщик на Тойоте начал с улицы Октябрьская. После того, как в дежурную часть УМВД поступило сообщение о подозрительном водителе, на дороге выехали сотрудники ГИБДД. Законное требование остановиться водитель игнорировал и продолжал ехать по улицам Первомайская, Хатанзейского, затем по Смедовича. О правилах дорожного движения, как и о том, что на дорогах есть другие участники, водитель, видимо, забыл. Нарядом было принято решение начать преследование. К ним присоединилась и патрульно-постовая служба. Порядка 5-10 минут данный автомобиль, нарушая требования правил дорожного движения, двигался по улицам города, выезжал на пешеходные тротуары, создавая реальную угрозу пешеходам, сбивал на своем пути дорожные знаки, опоры электроосвещения, а также в ходе преследования повредил порядка 5 автомобилей. В результате преследования автомобиль был блокирован сотрудниками полиции в районе магазина «Бахус» на улице Полярная. Одна из пострадавших, Анна Войцеховская, в это время выходила из магазина и все видела своими глазами. Наверное, он поступил на перекрестке одну машину, наверное, сотрудника. Потом он выскочил на тротуар, сбил пешехода, потом он сбил знак, а потом врезался в мою машину, развернул ее и отскочил. И вот здесь его сотрудники только это смогли остановить. Водитель с признаками алкогольного опьянения был доставлен в изолятор временного содержания. В ходе проверки установлено, что автомобилем управлял гражданин 1977 года рождения. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Ирина Цепетова, Закир Вафин, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».